It always feels like somebody's watching me and the privacy. Oh, Kawu. А, он там тупил, не мог выйти, да? Alrighty then. Блять, вот нахера они сделали такой громкий звук на заставке? Я просто не понимаю этого. Ну, зачем? Может, башку оторвать такой громкости? Always feels like Alrighty then, guys. Что у нас тут предлагает? Что нам здесь предлагают? Вчера я вроде как не всасывал, но сегодня я могу всасывать. Ну, это ж понятно. Так, я не понял, а что мне с качеством картинки? Я не понял. Я не понял. Что это за дерьмо? Я что-то не понял сейчас. Блять, у меня... Я не понял. Что за... Блять. Он не все. Какой? Чуваки, вы что здесь? Вы прикольнулись надо мной? У меня 2500 на вот это. Не, ну просто, блин, что это за шутки такие, я что-то не понял. Это что такое? Что это? Подожди, так, present resolution of 3000. Да, что-то на среднее можно поставить там. У меня особо проблем не было, как бы. Enable, что здесь high стоит. Bulletin так, resolution. Здесь все на high стоит. Extra. Ультра. Тут что-то тут большие. Не знаю. Так. Что, блин. Мне это такое не нравится, ребятушки. Во-первых, поставим. Мы сейчас драгон поставим. Драгон хочу, драгон. Нет, драгон я не хочу. Хочу диджитал.
Ля какой диджитал. Блять, какой диджитал. А-ля-ля-ля-ля. Ну да, я привык играть на диджитале. Ладно. Вообще никаких нормальных импрументов мне не дали, да? Да не надо мне это. Оптика. Вот эта оптика мне сейчас... А зачем мне такая оптика? Я так и не понял. Вот такая мне нужна. А вообще нахуя она здесь нужна? Можно спросить. Ладно. Нахера вообще здесь оптика? Вот нахрена она здесь? Вот тупо она здесь не нужна абсолютно. Можно поставить наоборот что-то типа suppressor. Sound suppression. Вообще бы ничего из этого не ставил бы, если честно. Ладно. Так, что? Стабилити повышает, да? Вот, это хорошо, кстати. Оптика, лазер. Вот, кстати, лазер можно и поставить. By the way. Потому что лазер, он может быть полезным. Так, пульс кафель, блин, делает. Ну, а, все, окей. То есть мы по полной, окей. Это нормально. Теперь здесь. Давайте поревьюем. Оптики мне здесь вообще никакой нет. Лазеров нет. Например, да, будет aim speed. Sound suppression, да, это bullet velocity. Да, но aiming speed уменьшается. И recoil control. Я даже не знаю, если честно. Ну это просто какой-то суппрессор. Что это? Ну это вообще никому не надо. Barrel. Вот это может быть. У меня сейчас... Вот, кстати... Recoil control, так, aim time speed, moment speed, aim recoil stabilization. Вот это мне нужно. 50 раунд магазин, согласен. Сперков ничего мне не стоит. Это нужно, чтобы стабильность поднять. Оптики мне вообще никакой нет. Это хорошо. Ну вот это нормально. Попробуем. Давайте попробуем с такой конфигурацией поиграть. Free for all. Free for all, guys. Free for all. Пару сеток сыграть, расстроиться. Такие. А. Пожилой сердцеед. MC Boru. На связи. Сейчас школьники подтянутся. Все же на работе, все работают. Да. О. Школьнички подтянулись, блядь. Хотя могут подтянуться всякие твич там, блядь, стримеры. Они же сидят там постоянно, стримят. Постоянно что-то там стремят, короче, пацаны, постоянно. Ага. О. Яна. Тихо. Ага. Тихо. Я на моем... О, блядь, ну, сука, начинается это говно, блядь. Сука, я ненавижу это говно, блядь. Блять, как же я ненавижу это дерьмище.
Ой, блядь! Пошел нахуй. Типа, тихо. Сейчас мы такие, раз. О, привет, братан. Чего? Кого? Типа, не понял. Лох. Ебать ты лох. Ага. Ага, ебать лох. А? 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 Лох, ебать. Лох, ебать. О, тихо. Братан, нет. Там же ни хрена не видно, блядь, сука. А, блядь. Ладно. Так, а где это было? Тихо, подожди. Тише. Петушок. Сука, этот Морон меня заебал. Ладно. Тише. Стой. Я сейчас вообще не понял. Сука. Я просто хотел постоять. Вообще не думал, что... Что кто-то туда побежит, там. Или еще что-то типа такого, блядь. Ну, сука, а. Не, надо убирать эту хуйню, потому что... Я не вижу стабильности ни в каком аиме. Честно. Блять, звук, конечно, здесь. Это что-то. Это, блядь, отдельная история. Сука, я же, блядь, ну я же видел его, я мог... Ну, теперь он сменил позицию, ну. Да. Ну ничего, первая сетка всегда... Так. Хуя. Хуй я на это поведусь, братан. Сейчас, тихо. Да, блядь! Да он не умирает вообще, ну... Я... Вот я лично ничего не слышу, ну то есть... Ладно. Чувак 28 фрагов сдал. Чувак сдал 28 фрагов. Ну все, ну первая сетка прошла плохо, конечно.
Ну, ничего страшного. Ну, нормально, все будет нормально. Сейчас. Отстойно, отстойно. Говна кусок. Говна кусок. Нахер. Так, 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 так. Десктоп аудио. Аудио output capture. Yes. Потому что здесь постоянная проблема с этим самым. Сейчас будет какой-нибудь кейв. Ой, блядь, вот эту карту я просто ненавижу. Какая же это хуйня на самом деле. Но это не, на, не для free-for-all, это точно. Это... Это не для free-for-all. Как чувак сделал 26 фрагов, я не знаю, если честно. Даже если бы я всех чуваков убивал, я бы, наверное, сделал от силы там... Ну, хотя, наверное, фрагов 15 бы я сделал. Блять, надо заметить этих дебилов. Блять. Блять, ну ладно. Я просто здесь буду стоять сейчас. О, ебать. Типа, стой. О, о, о. Ну, он типа ждал. Он ждал, типа, что пока я это самое. Он ждал. Блять. Дабл килл. Я сделал дабл килл. Как? Вообще что это было сейчас? Блять. Подожди. Блять, он тупо стоял, крысил, ждал. Ну ладно, ладно. Это нормально. Блять. Хуй никогда не дай. Как кидать гранаты в этом говне? Ладно, он убил меня с одного выстрела. В принципе. Блять, я не замьютил. Как замьютить всех дебилов? Я не кэмпил, чувак, сорян. Тут уж такая... Тут уж такое дело, братан, стой. Да, действительно, на каких... На... Блять, надо собраться. Блять, я ничего не понимаю. Сука, как же я ненавижу эту карту, блять. Сука, какая же она хуёвая. Че, какая же она, блядь, конченая эта карта, блядь.
Да, блять, я даже не понял, откуда он стрелял. А, я понял. Я понял. Говно. Да, блять, а что за говно это? Ты заебали. Да блять, ну как, ну почему? Хули он не сдох? Говна кусок. О, братан. Типа, стой. Блять, ну как он знал, что я здесь? Ну как? Ну как? Я был там хер когда на той точке. Сука ебаная. Пизда, мне тут уже со всех сторон ебут нахуй. Ну я не знаю, что мне делать. Стой, подожди, стой. Тише. Блять, я не понимаю, когда кинуть гранату, сука, блять, ты заебал, ну как закинуть гранату, я не понимаю, блять, чувак, ты, блять, можешь закинуть эту гранату, ёбаный стыд, блять, ты, блять, можешь закинуть эту гранату, ты чё, инвалид, ебать, как здесь закидывать гранаты, чё это за кал вообще, блять? Ладно. Блять. Да, ладно. Бегаешь, никого нет, блять. Просто, блять, бегаешь, как лох.
Это такой килл, потому что я увидел типа. Вообще надо кемпиться, блять. На тебя нахуй, блять. Да, действительно, нахуя ему сдыхать, блядь, он же, блядь, терминатор. А, это с этой хуйни уже стреляет, я понял. Стой. Пиздец. Я чуть убил этого типа. Не, надо менять обратно. Он слишком медленно имится. Очень, очень медленный аим и очень медленный movement speed. То есть... Да, надо менять обратно. Это, по-моему, что я поставил? Нет, это... Я вообще бы ничего не ставил. Пиздец. Ой. А, кстати, можно перк поставить. Как раз мне изм... Сейчас, как там? Что там? Давай, бёрст. Нормас, пойдет. На больших дистанциях вообще невозможно стрелять с этого говна. Только интересно, а что... Калаш открывается на 53 уровне. Блять, замьютить сразу. Калаш открывается только на 53 левеле. Хотя непонятно, с чем чуваки бегают. Не знаю, я таких стволов вообще не видел. Может, я что-то упускаю здесь? А, уже знает. Тут уже... Прикольно. Что можно регулировать так? Я не знал. Да, блядь! Я не понял, это что, говно это включилось, я не могу зажимать, что ли? Это что, шу... погоди, пацаны. Так я так никогда никого не убью. Погоди, чуваки, вы чё? Вы чё, ёбу дали, блядь? Да не.
Это хуйня. Стой, это хуйня, пацаны. Где там кто? Слушай, а ну а походу, ну так. Не, ну все равно я бы не. Я бы не смог убить, типа. Ну, типа. Не, не, сейчас. Сейчас. Давайте так. Давайте так пока. Нахуй. Ну, все-таки он зашел сюда и убил меня, но пиздец, ёб твою мать, ёб твою. А чувака нихуя не осталось вообще. Ну что, здесь клейморы уже понаставили с минами? Ладно. Да, блядь! Я знал, блядь! Сука, как же я знал? Ой, блядь! Сука, я знал. Пиздец. Я, блядь, знал, что типа, ну. Я знал. Что ты, блядь, сделаешь такую хуйню, я знал, чувак. Тише. Да, ну там за мной шел. Блять, сколько раз я в него должен был попасть? Я просто понять не, ну, не имею понятия. Сколько раз я должен был в него выстрелить, блять, чтобы убить его? Ну, я просто не понимаю. Блять, заебал нахуй, блять. На, не мой день.
Блять, у меня создается впечатление, что вот попасть... Блять! Блять, ну как он это делает? Этот тип, он просто пиздец какой-то. Сука, такой такой же читачок, я охуею с него. Блять. Зачем никуда не понял? Да, 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 я понял. Да, да. Я не хотел играть в это очко, поэтому... Пиздец. Лол. Пиздец, лол. Да. Да, да, да. Да, да, да. Иди нахуй, блядь. Пизда. Чмо ебаное. Тупо заебал нахуй. Пиздец. Да нахуй мне твоя оптика ебаная. Оптика, которая постоянно ухудшает аиминг, блядь, пиздец. Гениально, блядь. Какую бы ты оптику ни поставил, ну,
Я ничего не могу сделать. Хотя я бы много сделал, много бы сделал скиллов, просто вообще не понимаю, нахер это говно надо. Можно попробовать вот этот лодаут. Давайте так. Так. Поставим оверкил. Так. Окей, это что? Ну, я ставлю сюда оверкил, потому что это говно. Это говно. Что это такое? Так, вот это что дадут? Спасибо большое. А, прикольно. Кстати, вот это ничего. Но я всегда играю с этим, потому что мне это помогает все-таки. Чего себе, enemy equipment field grenades and kill straight from the walls. Да, но это же не... Я бы сказал, вот это интересная вещь, но мне кажется, это будет работать только если ты играешь в команде, правильно? А, я понял, о чем базар. Не, нахуй, мне это говно не надо. Так. Вот так я и буду играть. Так, а на второе мы поставим... Так, шотганы. Шотганы. А что еще есть? Что мы еще можем поставить? Такие, да. СМГ какие-то можно поставить. Ассалт, райфлы можно поставить. Вот, например, я не помню, это нормальный assault rifle или это, ну, или это говно. А почему здесь level 1? Ну-ка. А почему он не available здесь? А нет, подожди, он available здесь. Но я не играю с ними, я играю с... О, интересно, а вот это что такое? Ну-ка. Что это такое? О, интересно. А тут, кстати, можно было поставить этот самый УЗИшку. Смотри. О, давай так. Free fall.
Интересно, что-то я не играл с этим калом. А что за кал вообще такой? Что есть такое? Блять, какой идиотизм прокачивать пушки, блять. О, сука. Пиздец, должен прокачивать какое-то говно, блядь. Пушки должен прокачивать. It always feels like. Да, будем сейчас с УЗИ там. Ой, блядь, какая она медленная. Да, тяжелое оружие. Сейчас будем здесь стоять, как дауны. Смотрите, давайте так станем. Хедшот, лонгшот, фростблад. Не дали пострелять, пацаны. Не дали пострелять, пацаны. Не дали пострелять, пацаны. О, привет. О, пацаны, пацаны! Сука, чмо, блядь, это знал, блядь, закрыть это нахуй, блядь. Закрыть это на своем доме, блядь, сука. Гной ебаный. Ща мы тебя выкурим, сука. Пидор, блядь, вонючий. Говно, блядь. Чё? Не понял. Enemy UAV in the head. Enemy UAV in the head. О, гной. О. Ты закрыл дверь? Ты, сука, закрыл дверь. Да, ты закрыл дверь за собой. Сука, умно. Я обожаю, когда чуваки. Ну я вообще чуть двигаюсь, блядь. Надо убирать второй этот самый ствол. Потому что ты вообще медленный. Здравствуйте. Блять, сам говном меня убил. О, блять, сука, на, ты чё, охуел? Блять, заебал. О, блядь, как ты заебал. Блядь, да где же ты, сука? Я не могу тебя вычислить. Пидор ты вонючий. Типа, стой. Где же ты, где? Сука, где же ты, пидор? Блять, ну ты же где-то был, сука. Говно.
Говно не стал. Не, слишком медленный, он слишком тяжелый. У тебя вообще мобильность. И аимин спид вообще тут никакущий. Типа... Ну, типа, она вообще никакой. Надо поиграть с УЗИ. Может, с УЗИ будет повеселее? Ну, с УЗИ хоть побыстрее. Да, надо с УЗИ играть сейчас. Ой, надо с УЗИ играть. Нет, хуйня какая-то. Мне нужен мой старый лоудаут, не. Я хочу старый. Верните мне мой старый, пожалуйста. Это М-ка. Блять, а как мне теперь вернуть его? Блять, теперь же все пустое. Ну что, я долбоеб, я заездил второй этот самый. Да, я заездил этот самый. Но это не мое оружие. Оно слишком... Я не могу, оно слишком медленное. Я не успеваю двигаться. Нужно... Не. Я не успеваю сделать АИМ, который мне нужен. Что это, дробовик, что ли? Не, мне это не подходит, такой расклад. Там, скорее всего, только если играть с одним каким-то... Этим самым. Блять, нет, сойди нахуй. Нет, здесь только если... Не-н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 е. Во-первых, я не могу... Alright. Я могу взять шотган. Но я вообще бы взял хардшейдес. Допустим, я бы взял пистолет. Хотя я не знаю еще, какой смысл от пистолета. Ну, типа... Не знаю... Допустим, да. На этот я лоудаут просрал вообще. Просто просрал. Допустим. Нет. Откуда они берут вот это дерьмо, если честно? Ну, мне интересно просто, откуда они берут этот кал? Откуда они еще придумывают вот эти все... Если ты ставишь бар, у тебя... Sound suppression, у тебя... Не понимаю, эти характеристики все важны. Я просто не понимаю. Здесь нет какой-то золотой. Ну, что мне это даст? Damage range. Чуть-чуть упадет. Sound suppression. Вообще-то глушитель всегда ухудшает. Повышает, наоборот, разброс. Если что. Если что, ребятушки.
чтобы вы знали. Чтоб вы знали, пацаны. Мне кажется, это никогда не будет Драгон, блядь. Да не, я буду с Драгоном играть. Главное поставить здесь этот самый. Это пофигу. Оптика, наверное, вообще не нужна. Это, конечно, надо. Это обязательно. Это тоже, наверное, обязательно. И... амуниция? Нет. Оптика. Лазер. Можно лазер поставить. Но лазер, мне кажется, это полная хуйня. О, киллстрик. Зачем мне это, например, да? Вообще не понимаю, что тебе это даст. Ладно. Все, играю еще раз. Пиздец на этом на сегодня. Почему? Потому что... меня задрочила эта игра за сегодняшний день. Я сегодня плохо играю. И отстой. Не, ну там вообще, пока ты прицелишься, я не знаю, там такой, такая задержка. Плюс чувак вообще еле бегает. Он тупо вообще еле ходит. Как он может, блядь, ходить? Я только понять не могу, как он мог бегать медленнее с УЗИ и с тем говном, чем бегать с... вот с этой хуйней и с дробовиком, я не понимаю. Как это вообще могло быть? Но он вообще чуть бежал там. Но откуда не знаю, что там есть транспортейшн? Ничего не знает. It's always feels like somebody's watching. Ну, винрейт похер, ладно же. Хотя бы не этот самый. Kill death не проебывать. Вообще не знаю, как можно играть на джойстике? Типа... ну как? Я не понимаю. Я, конечно, могу попробовать, у меня есть джойстик, но... я не особо понимаю, как можно играть на джойстике, типа... ну здесь, по крайней мере, вот эта карта нормальная. Здесь, по крайней мере, хоть понятно, куда что, кто куда побежал, то есть... то есть я уверен, что кто-то заспойсился сейчас вот здесь. Уверен. Типа... стой. Я уверен, что, например, кто-то вот здесь сейчас... ну, типа, по типу. О-о-о! Тип ждал. Ну окей, ладно, сейчас разберемся. Блядь, нет! Ну нахуя я... I'm hit! Получил пизды, дядя. Дядя Вася. Ща. Я еще... ой, блядь. Циркачи, нахуй. Чисто... ну, этот чисто стоит такой, знаешь, в этой точке такой, типа... ну чё, пацаны, кто, блядь, это самое... типа,
Типа, ну кто там подойдет там? Чтоб я свой сраный килл сделал. Типа, чтоб я там, блядь, там, типа, чтоб я там свой сраный килл бы сделал, блядь. Сука. Тихо. Окей. Да, это totally fine, чуваки. Да, я. Да, блядь, ты сдохнешь? Что за хуйня, блядь? Чё за... Пиздец. Дичь какая-то. Зэс. Да иди нахуй! Блять, это... Да, ну это этот гандон ебаный с этим говном, блядь, заебал. Сука, как же я это все ненавижу, блядь. Я не понял сейчас, но я же стрелял в нее, блядь. Ну! Jesus Christ! Блять, такой еще... Блять! Он все это время... Не понял, что это сейчас было. Он все это время был там? Ну как? Да, действительно, нахуй. Блять, ну я не понимаю, ну хуя, блять. Да, блядь, что это за кал, ёб твою мать. Ай, блядь, пизду это все нахуй. Говнище, блядь, ебаное.
Пиздец. Пиздец, стреляешь, блядь, в чувака. Вот этого дерьма я вообще не понимаю, блядь. Серьезно. Я не понимаю этого говна. Блядь, можно вот убрать из игры, ебать, это дерьмище. Не, походу с этим глушаком еще хуже стало, не. Надо убирать это говнище. Можно какую-то оптику накинуть, кстати, by the way. Что-нибудь очень простое. Жду, когда откроется вот этот кал. Он откроется на следующем левеле. Туда будет нормально. Давайте там, что там? Дебил. Я дебил, нахуй. Я вообще дебилой, да. Сука, ебаная. Кастомайз. Можно даже кастомайз что-то ему там. Full base. Ну, этот кейв, конечно, это... Ладно, сейчас попробуем. Я выиграю! Я выиграл! О, нихуя себе! А я не понял, а как я должен был вернуться в Combat Area, если... Чувак был, блядь... Ебать нахуй. Да ты заебал, беги ты, блядь, мудак. Кастрат ебаный. Сука, я слышал, что он там бегал, но, типа, не смог, короче. Не, надо снять прицел. Стой. Это хуета ебаная, стой. Потому что когда летает эта хуйня, я ничего не слышу, блядь.
Пиздец. Да, блядь, как он мог меня убить оттуда? Я не понимаю, блядь. Я же хуй знает, куда отбежал. Тупорылое очко, блядь, ненавижу, сука. О, блядь, ну конечно, нахуй, ёбаный рот, естественно, блядь, какое-то говно там, блядь. Сука, где эта тварь сидит? Я его найду, блядь. Я найду этого пидора, блядь. Я, блядь, найду этого пидора. Он же где-то должен сидеть, сука, выродок. Да, тише, 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 тише. Ну, а нахуй. Мудак ебаный. Нравится, пидор? Получил кайф? Хочешь еще? Ну давай. Ну давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай. Давай, сучара. Давай, спасибо, чувак. Что мне, блядь, без... Чтоб я без тебя делал, блядь, отвечаю. Я знаю, что... Ай, ладно, я тебе в пизду нахуй, блядь. Уже, блядь, летают там нахуй, да, давай, блядь, пацаны. Полетаем, попрыгаем. Хуля нет, почему бы и нет? Нихуя. Да, давай, полетаем, пацаны, давай. Нахуй полетаем, блядь. Сука, конченое говнище, блядь. Пидорастическая хуета. Что-то прыгают куда-то. Тридцать сделал, 30 на 5, 6-0. Как? Как он это сделал? Я могу посмотреть запись. О, вот это хуйня охуенная. Ага, вот. Ладно. Говно. Ох. Не при... А чё она теперь не выходит? Чё она теперь крышится? Сука. Тупо пожилое говно.
Я, блядь, про...